Добрый день. С вами канал Shadow Game и Tomb Raider. Девятый выпуск. Уже девятый, и я даже не думал и не гадал, что эта игра может так вот затянуться у нас на канале. 9 выпусков. Вау. Если будет 10, то я буду вообще в шоке. Но в приятном шоке. Приятная игра. Хочется проходить ее. Очень клевая, насыщенная, динамичная. Как я ее уже только не нахваливал. Так что, ребята, проходим. Так, остановились. Где мы тут? Тут, так, тут, 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 тут. Глушителя везде поставили. Ну чё, погнали. Думаю, осталось немного. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда, хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев — причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так. А зачем Матиосу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем. Ну, короче, как сверхъестественно, надо, чтобы убить призрака, надо спалить чьи-то кости, блядь. Если знаете, может, сериал такой сверхъестественный есть. Супер Нэчуру. Я раньше когда-то фанатом был этого шедевра. Что-то нас мало осталось. Нет? Пошли. Ребят. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Вау. Это будут не только братья Солнца, еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Птенчик мой. О, да, мы птенчик. Не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Ну что же. Вот сейчас, наверное, пойдет экшен. Вот прям чувствую. Мы идем за Сэмми. Войдите в монастырь. Так. Ну. Игра не особо выбор оставляет. Так, идем, идем, идем. Опа. Сэмми, она жива. И милый доктор. Да, это супер милый доктор. Так я и думал. Штурмовые стражи. Люди. Они охраняют монастырь. Ждут, когда их представит новая императрица. Оу. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Скорее бы его убили. Не нравится мне этот доктор. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Слушайте, прям концовочку чувствую. Прям, мне кажется, сейчас что-то будет. Так, а это кто? Да, у чуваки. Да ты! Какие-то неубиваемые два черта. Так, а труп доктора Уитмана. Нам покажут, это он? Они его обглодали.
Так, ребят, сейчас проверю. Так, запись идет, идет. Все идет, все отлично. Проверочки постоянно у меня, конечно, извиняйте. Так, мост обрушили. Единственное место сюда. И на подъем. Слушай, какие-то самураи появились. Вот это, наверное, демоны Они, вот эти вот. Короче, из легенд. Сейчас будем не только людей мочить, но и этих японских. Штормовые стражи. Через столько столетий все еще охраняют свою императрицу. Да, вот удивительно. Можно их убить. Может быть, не надо. А может и надо. Он меня заметил. Ой, да они отлетают. Вау. Надо было и тех завалить. Да, да, наверное, да. Ага. Но мы уже просто прокачались. Мы очень клёво. Здесь, знаете, прикольная все-таки система прокачки. Она реально ощутима в этой игре. Бывает, знаете, такая посредственная прокачка. Особенно вот в линейных шутерах. В таких вот коридорках. Да ладно, мы всех перебьем. Мне кажется, я просто, если я сейчас спугну, меня типа, ну раз такой, типа, меня убили, из лука расстреляли, типа того. Так, никто не смотрит вверх. Никто не смотрит вверх. Куда идти? А, наверх. Вот это стелс. Вау. А их тут много. И какие-то есть и большие, есть маленькие. Оба. А, запалили, запалили меня. По ушам бьет, блядь. О, я про что и говорю. Из лука стреляют. Спокойно. Ого. Так, чуть-чуть прибавлю. Так, опыт плюс 100. И... Добрый день. Ну, это изи. Как они могут быть еще живы? Да, меня, кстати, интересовал этот вопрос. А потом думаю, а может быть, они как бы, у них есть женщины? И они... Это типа следующее поколение, вот, типа стражей. Либо они... Нет, но они не бессмертные явно, поэтому... Поэтому я очень логично все продумал. В записке, найденной у того полководца, говорилось, что причина бурь — душа в разлагающемся теле. Угу. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Ладно. Так, о, 9 из 10. Как за эту игру я поставил. А ее можно тушку сделать из нее? Плюс 10 запчастей? Да вы чё? Смеетесь что ли? А, вот плюс 5.
Я по мышкам только и бегал и стрелял бы тут. Так, ладно. Идем. Опять сквозняк. Да что ты будешь делать? Не дают мне порулить. Так, Сэмми нас не слышит. Они идут! Становись к пулемету! Эта сторона моя! Указывай цели! Кто-то был? Уходите, ублюдки! Осторожно! Они справа! Ой, да выключите вы эту поебень! Стреляй! Задержи! Убьют их там, наверное, скорее всего. Хотя не, у них пулемет есть. Будем надеяться на лучшее. Ну. Я в новостях смотрел, кстати, в какой-то области вот такое происходит. А, такой же ураганный ветер. Ужасно. О! О, не пришел. Какой-то полководец. Блять, а рычит. О! Ничего себе! Да вы охуе... Ладно. Подходи поближе. Давай. Стой, ой. Нормально. Так, неплохая была волна. Сейчас перезарядимся и в бой. Ага. Это что? Красиво. А, они как по мосту побегут, да? Найс. Фух. Вы это видели? Вау. Нормально. Так, утонули нормально так. Глянем, что есть вообще в округе. Пока небольшая передышка. Я еще так поглядеть, может, тайнички какие где-нибудь. Че плохо лежит, так сказать. Взять с собой. Да бляха. Так, вот здесь можно. Угу. Поглядеть, че по патронам. Ах! Не падай. Так, все, максимально, да, вроде? Да, максимально. Ну чё ж, пойдем. Так долго стою на одном месте, это плохо. Давай, давай, давай. Высовывайся, блядь. Друг мой. Пойдем сюда.
Да нормально идем, знаете ли. Нормально. Угу. Это, ребята, реакция. Это реакция. Молниеносная. Или просто везение, ребят. Там. Вообще, что происходит, ребята? Ну вот это прям экшон, это по мне. Так, победная музыка заиграла. Мы, наверное, всех победили. Найс. Мне не давали двигаться. Не знаю, почему. Наверное, что-то хотели показать, но так не показали. Так, посмотрим по патронам, что. Все максимально, да? Опять все максимально. Хотя столько убивали. Ну. Итак. Вау. Ну что же, мне кажется, сейчас какая-нибудь финальная битва или еще что-нибудь будет. Явно. Я еще в четвертом или в пятом выпуске говорил. Вау, столько народу. Мне кажется, игра сейчас закончится. Не, меня вообще... Меня сейчас это удивило. Тут сколько народу было, сколько мы перевалили. Это, по-моему, никакому Рэмбо не снилось. Так. Ну, я думаю, а где же он есть-то? Наш самый красивый. Давай на кулаках. О-о-о. Так. Это опять. Это не особо скилл был, это, по-моему, везение. Так, за мной дверь закрыли. Чудесное место, чудесное. Так, есть навыки. Даже уже не знаю, что и качать. Твердую руку. Да. Вдвое больше удерживать тетиву. Я просто уже реально не знаю, что качать. Ну, хотелось бы верить, что если ты столько убил народу, то у тебя... Твердая рука. Так что вот так вот. Что прокачать? Винтовка. Ладно, сейчас что-нибудь качнем. Угу. Ну давайте автомат качнем. Вот это хочется осколочное прокачать. И это было бы логично. Но радиус поражения, если увеличится, то может и тебя будет задевать. У меня вот такие мысли. Так что просто
Наносимый дамаг ворон качнем. И, собственно, и дальше пойдем. Такие мысли. Итак. Я думал, сейчас тут опять какой-нибудь... Я думал, сквозняк будет, а тут... Тут какая-то головоломка. Или типа того. Особое место. Нет, игра не заканчивается. Угу. Нам нужно что-то достать. Ну окей. Это что делает то же самое? А, во. Эта вещь открывает. А та достает. Так, ну как же без тайничка-то? Этому китайскому гончарному изделию 1000 лет. Оно попало сюда еще до основания Яматая? Да, скорее всего. Угу. До основания Яматая. Так, так, так. Что здесь делаем? Поднимаем. И... Раскачиваем, да? Получается так, а тут больше делать и нечего, да? Зажать. Угу. И бу-бум. Не, наверное, я неправильно ракурс взял, да? Либо я что-то не то делаю. О! И туда! А, ну тут запрыгнуть можно и на эту штуку, да? На это изи. Я думал, что-то сложное будет. Опа, ага. Я думал, сейчас провалимся куда-нибудь. Карту нашли. Опа. Еще запчасти. Попадем мы туда, короче, если раскачаем ее, да? На нее прям. Хоба. Да, это было жестко. Слушайте, а... Знаете, у меня какая идея? Вот эту вот херню закрыть. Потому что если мы туда упадем... А что если и это опустить? Вот это да. Вот это у меня мышление заработало. Это полюбаться все эта игра. Я серьезно. Мы ее опускаем. И она теперь стоит, и мы можем попасть так вот, перепрыгнуть. Да. Да. И ничего не надо раскачивать, да? Чисто. Либо я объебался сейчас только что. Жестко. Либо все равно ее надо поднимать. Теперь вообще не допрыгиваю. Ладно. Понял. Не, нормально. Я сейчас сделаю. И вот так. Не, слушайте, а я же не допрыгну. Не, ну вот что я сделал? Ну ладно. А вот так, если я вот как ее сейчас раскачаю, как ее... Или вот так вот, сейчас как качну ее. Я смогу, я перепрыгну. Да, смогу, блять.
Блядь. Сука. Не, ладно, я... Муж ее все-таки поднять. Не знаю, что-то я сильно сомневаюсь, что она поднятая лучше работает, блядь. Ну ладно, попробую. Угу. Ну! Разбилась нахуй. Слишком высоко. Вот, видишь, я говорю, слишком высоко. Давай, отпускай. А вот так нормально. Вот так все будет хорошо. Вообще похуй. Нет. А, знаете что? Пускай вот она внизу будет, а я сверху ее, короче, так. Загарпуню сейчас. Я думал, тут, бля, полегче будет. Ну, что-то как-то. Кстати, конец игры. На что я, бля, вообще надеялся? Что здесь прям мне за так все отдадут? Отдадут Сэмми. Каков я? Найс, 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 найс. Императрица Солнца. Вот она. Огненный обряд, выбор преемницы императрицы. Избранная жрица входит в монастырь. Она получает твою власть и становится новой императрицей. Угу. Ну это Сэмми, короче, будет новой императрицей. Значит, многие с радостью отдали душу за этот дар. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Сосуды. Она передает не власть, она передает душу. Все эти императрицы были тобой, Пимика. Первый и последний. О боже, а теперь ты хочешь Сэмми. Передача души. Вау. Сэмми, вместилище для души императрицы. Я должна это прекратить. Да. Выбора у меня нет, и я смиренно принимаю свою судьбу. Сегодня я поднимусь по широкой лестнице в зал солнца. Ну, короче, кто-то жалуется на жизнь, что будет кто-то подселенец в этом теле жить. Прикольно, прикольно. Прикольный сюжет. Передача душ. Чушь, конечно, блядь. Такая, но можно отнести действительно к мистике и еще к чему-нибудь. Я просто что-то у Лука не замечал вот это вот какой-то продолговатый металлический буй, хуй, не знаю, даже не знаю, как назвать. Точка невозврата. Это последний лагерь, короче. Потом мы уже никуда не сможем попасть. Нам как бы намекает, что все. Это конец, друзья мои. Это, по-моему, концовка. Я посмотрю последние запчасти, я не могу никуда слить. Кстати, было бы круто. Но нет, 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 тут нет. Быстрый переход не будет работать, значит, мы не можем вернуться. Остались, наверное, каким-то. Я видела похожие артефакты из Банчианга в Таиланде. Как же это попало на Яматай? Остались какие-нибудь нераскрытые гробницы, еще что-нибудь, потому что мы прям, читай, от сюжета почти не отходили. Так что, ладно, идем. Не, я, по-моему, сейчас к гробницам пойду, не?
А, нет, уже, наверное, все. Харам над ущельем. Ну. Как всегда, ветер. Который сносит все, кроме нашего персонажа. Неубиваемая. Так. Опа. Зачем ты это делаешь, Мафия? Думаешь, ты героиня, Лара? Да, думаю, да. Все, что я совершал, было ради выживания. Сколько жизней ты отняла во имя того же? А-а-а. Мы и по кабанам даже стреляли. Здесь нет ни одного героя. Не, людей. Только выжившие. Не особо жалко. Ты вот кабана. Ничего себе, молния ударила, бля. По-моему, это бог Грома Рейден нам подставу замутил. Так, ну здесь проход имеется, да? А почему она не выстрелила в глаз этому Матиасу или какого-то? Мне кажется, она попала бы. Так, идем. Ух. Куда нас? Так, как обычно. Понял. Мы сейчас дадим раскачаться. Можно как-нибудь поменять ракурс, допустим. Давай. Опа. Любопытно. Так, идем наверх, только наверх. Туда. Я прям не думаю. Берегись! Эти ублюдки направляются к тебе. Мы задерживали их сколько могли. Спасибо, Рейс. Вы еще живые? Садитесь в катер. Если я не вернусь, мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Все, тогда не отвлекайте меня. Я пошла. Спасать. Сюда. Да. Вот сейчас игра не дает расслабиться прям, ну, не на секунду, я бы сказал. Тихо. Вот я прощу. Куда, чего, куда? Какая-то пещера, что ли, что там? Угу.
Жестим, жестим. Опа, а тут еще кое-что есть. Я думал, лагерь будет последним, а нет, он здесь есть. А. Посидели, отдохнули, дальше пошли. Типа контрольной точки у нас, да? Погнали. В бок идем. Ого! Понятно. Пипец. Да, вот это восхождение. Фух, ну чё, мы добавились? О, величайшая! После долгих поисков я нашел для тебя сосуд. Излейся и вернись в мир смертных. Излейся и возродись. Излейся и пробудись. Вау. Ага, ветром сдувает. Но автоматную пулю, мне кажется, не сдует. Все, погнали. Ага, погнали, бля. Нифига меня покрышили. Так, не зря я учил вот это. Минус две ноги, голова. Вот так надо стрелять, ребята. Чтобы сначала человек почувствовал, что он умрет, а потом надо добивать голову. Да блин. Там еще кто-то лезет. Здорово, ребята. Так, чтобы там не происходило, надо это заканчивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть по голове. Бля, читерская хуйня у вас, там голова, блядь, это бронированная. Бесит. Вау. Обломки летят, не видать нихуя, вот это да. Мама. Действительно, я так подумал, за я патроны трачу. Надо просто убивать.
А я все равно запчасти собираю, кстати, не знаю зачем, но... Так, там... Люди дерутся с самураями и все остальное. Так, молния не бьет дважды в одно место. Ага. Пойдет. Да. А еще медленнее нельзя. Так. А. Они пришел на огонек. Пули его не берут. Давай. А я тоже так могу. Опа. В смысле? Еще раз. Я ударить ледорубом, лесорубом. Еще раз. А, вовремя надо нажимать. Короче, ну я понял, по открытым частям тела надо стрелять. Чё стоишь, блядь? Мужчина, с вами все в порядке? Чё стоишь? А, вот мы ждали кого. А это кто ж такой, опоздавший? Нам туда надо стрельнуть, наверное, да? Или уйти? Вообще уйти можно, да? А, кстати, почему он не шевелится? Мне кажется, может, что-то скрипт не работает, или типа того. Опять какой-то дикий баг. Потому что уже что-то подобное было. Как вот? Вот. Чего не было. Нормально. Сейчас одну секунду, я перезаряжусь. Не, может, таран нажимаю. Нажимайте Е, ага. Оо, жесткач. Жестко. Так, ну чё, всех победили. Вот кто остался. Да какая тупость. Понятно. Куда Е пошли?
Я тебе, блять, возьму. Есть контакт. Вот, наконец-то два пистолета взяли. Вау. Вот теперь круто. Надо было... Да и по шапке-то, блин. А вот этот мужик, он не мог так сделать, да, догадаться до этого. Вот эти жертвоприношения зачем-то. Сэмми. О, Сэмми. Слава богу. Лара. Что происходит? Что происходит? Я вот, кстати... Этот выпуск играю и думаю, что происходит постоянно. Ты спасла меня. Я верила. Я ведь обещала. Фух. Ой, и солнышко засветило, все. Теперь можно уплывать, выезжать, прилетать сюда. Наконец-то. О. И эти остались живые. Все нормально. Ну что, отплываем. Это Лара. С ней Сэмми. Иди помоги, она... Тащит ее уже очень-очень долго. Думаю, она поправится. Что там было? Что там было? Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Все, героический музон заиграл нормально. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась. Нет, нельзя. Как все на родителей не обижайтесь никогда. Но он нельзя. Был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Да. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Ну что она поймет, мы, наверное, в следующей части узнаем. Получено достижение рождения легенды. Так. Холодного мангового смеса. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Опа. Ну да, ну да. Да. Тут одной частью никак не отделаешься. Survivor из Джейсон Борн. Так, ну что же. И группа Апокалиптик, наверное, заиграла. Судя по виолончелям и титры. Пропустить можно как-нибудь? Угу. Так. Что? Что здесь? Что? 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 Что?
Поздравляем, вы прошли игру на 74%. Чтобы вернуться на остров и закончить все незавершенные дела, нажмите продолжить. 74% игру я прошел. 26 еще. Так, что вам еще здесь показать? Есть какая-то сетевая. Но, опять же, кто сейчас, наверное, в нее рубится, я не найду такого человека. Собственно, вот ноль. Ну, это логично. Что здесь еще посмотреть интересного? Контент можно докупать, какие-то DLC, какие-то раскрывать ее костюмы. Я не вижу особого смысла. Так, ну, нажмем. Продолжить, не знаю, на всякий пожарный. И вообще поговорим в целом об игре. Игра мне, лично мое мнение, она мне зашла, она неплоха. Даже хочется посмотреть вторую часть. Я ее как раз прикупил на 25 лет, когда было игре. 25 лет, это первая игра, типа была распродажа, и вот я там прикупил. Вот. Ну что же, ну, первая зашла, значит, может и вторая зайдет. Судя там по гарфончику уже такое получше даже. Не помню, через сколько она лет вышла. Вот. В планах еще по каналу, что я могу сказать. Это стрим. Даже думаю на этой неделе провести. Если на этой, то на следующей. Есть там такая неплохая идейка, почему бы нет. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть. Так, ну вы мне пишите в комментариях, как вам игра. Как у вас вообще дела. Все. Подписывайтесь на канал Shadow Game. Ставьте лайки, комментируйте. Все, всем удачи и всем пока. Прощаемся. Все. Прощай, Варочка. Пока-пока.